Привет, друзья! Меня зовут Петр Шереметов, и я демонстратор компании Makita. Сегодня расскажу вам про аккумуляторный резчик шпилек с гидравлическим приводом Makita DSC-121ZK, предназначенный для обрезки резьбовых шпилек необходимой длины диаметрами М8, М10 и М12. Инструмент работает от одного стандартного 18-вольтового литий-ионного аккумулятора платформы LXT, который подойдет для более чем 320 аккумуляторных инструментов Makita. Makita DSC-121 оснащена мощным бесщеточным двигателем, который не подвержен перегреву из-за отсутствия угольных щеток конструкции и обладает высокой производительностью. Рез выполняется менее чем за 3 секунды. Идеально подходит для резки шпилек, как и на весу, так и с упором на полу для серийной работы. Чистый, точный рез без заусенцев. Гайку можно накручивать сразу после резки, без какой-либо дополнительной обработки. Эргономичная пистолетная рукоятка с мягким покрытием обеспечивает повышенный комфорт при работе. Для удобства работы агрегата на плоскости можно установить опорную стойку на каучуковую основу, а при работе с уже установленными шпильками можно использовать съемную дополнительную ручку. Безыскровая резка идеально подходит для использования во всех областях строительства. Малый вес для снижения утомляемости оператора, всего 6 кг. Блокировка триггерного выключателя для защиты от случайного пуска. В инструменте применена технология защиты аккумулятора Star Protection от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. На аккумуляторах установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние батареи, анализирует температуру, силу тока и предотвращает полный разряд аккумуляторной батареи, который пагубно влияет на состояние аккумулятора. Аккумуляторный резчик предназначен для быстрой и точной резки шпилек диаметром от 8 до 12 мм. Инструмент обладает максимальной производительностью и безопасностью на стройплощадке. Подходит для интенсивной и продолжительной работы. Makita DSC-121ZK поставляется в прочном пластиковом кейсе MacPack. В комплекте с ним идут режущие ножи для шпилек М8, шестигранный ключ для замены и масло для самостоятельного залива в гидравлическую часть механизма. Зарядное устройство и батареи не входят в комплект. Их вы можете приобрести отдельно. Например, набор из фирменного кейса MacPack, быстрого зарядного устройства и двух 5-амперных батарей. Важное замечание. Если у вас уже есть инструмент Makita в полной комплектации с аккумуляторами и зарядным устройством, вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядное устройство совместимы со всей линейкой 18-вольтового аккумуляторного инструмента Makita. Один аккумулятор Makita подходит для более 320 аккумуляторных инструментов платформы LXT. Поговорим об особенностях. Блокиратор триггерного выключателя и защита от случайного пуска, если при замене аккумулятора вы забыли выключить инструмент. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует увеличению комфорта при длительном использовании и надежному хвату, что делает работу оператора более безопасной. Режущая часть сама возвращается в исходное положение при прекращении давления на триггерный выключатель. При работе на столе можно работать одной рукой, а второй вставлять заготовку в режущий механизм. Ну что, теперь предлагаю проверить инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторный резчик арматуры Makita DSC-121 – это профессиональный инструмент, который подойдет для продолжительных работ. Он максимально безопасный, так как при резке нет искр. Им удобно работать в любой плоскости, а режущих ножей вам хватит на большой объем работ. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.